Накопительный водонагреватель Fresh Dolphin VFE80 имеет объем 80 литров. Этого хватает, чтобы снабдить горячей водой семью из 3-4 человек. Корпус водонагревателя изготовлен из высококачественной стали. Бак имеет высокую степень защиты от коррозии благодаря стеклокерамическому покрытию внутренней поверхности бака и установленному магниевому аноду. Медный ТЭН мощностью 1500 Вт обеспечивает максимальное время разогрева воды до температуры 55 градусов за 114 минут. На декоративной крышке водонагревателя Fresh Dolphin VFE80 имеется ручка регулятора, позволяющая устанавливать температуру нагрева воды от 45 до 75 градусов и световой индикатор включения. На корпусе водонагревателя установлен термометр. Для дополнительной защиты от перегрева в конструкции предусмотрен термопредохранитель. В комплект входит предохранительный клапан, устанавливаемый на входном патрубке, и защищающий бак от избыточного давления более 8 атмосфер, а также от непредумышленного слива воды. Гарантия на водонагреватель Fresh Dolphin VFE80 – 3 года.